Двупредметный комплект фирмы Азара, номер модели 562. Комплект состоит из жакета и из брюк. Жакет полуприлегающего силуэта с отложным воротником и лацканами. И застегивается по полочке на двубортную застежку на верхней пуговице. И жакет фигурный. Также жакет с талевыми выточками и рельефами. По левой стороне полочка жакета декорирована листочкой. И в жакете есть два функциональных кармана с клапаном. Жакет на подкладке, ткань жакета не тянется. Рукав вточной, длинный, низ рукава декорирован пуговицами и шлицей. По спинке средний шов и рельефы. Брюки классического кроя, они прямые. По низу брюк манжета, отложные брюки без подкладки, ткань не тянется. Также брюки на бриточном поясе, в поясе есть шлёпки для ремня. И в боковых швах брюк функциональные карманы. Застегиваются брюки на две потайные пуговицы и молнию. Если вам понравилась данная модель, вы можете заказать ее на нашем сайте nashomoda.by.